Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале Хардкорные прохождения от Михаила не только. Это у нас, в общем-то, начало нового прохождения. И как видно, в общем-то, по игре Dead Space. Dead Space, в общем-то, Extraction. Давно, конечно, хотел пройти полностью серию Dead Space. Dead Space Extraction, первую часть, вторую, там, Север дополнение ко второй, третью вместе с дополнением Awakened. Но не получалось из-за того, что Extraction, в общем-то, была, выходила лишь только на Wii и PlayStation 2, PlayStation 3, точнее. Также было с дополнением ко второй части, но теперь, в общем-то, вот такая возможность появилась, так как появились, в общем-то, так я, в общем-то, смог нормально, в общем-то, настроить эмулятор Wii, чтобы у меня работал, в общем-то, в плане управления хорошо под клавиатурой и мышь. Также я, в общем, тем, что компьютер новый появился, тем самым мне игра стала лучше работать без тормозов, ну, хотя бы более лучшим показателем FPS. И наконец-то также появился эмулятор PlayStation 3 тоже, который мне хорошо работает, и проверил уже на этой же игре, там тоже даже FPS там, конечно, похуже немножко, чем на этом эмуляторе, но в плане управления там тоже все отлично работает. Даже, может, тем же джойстиком от компании Dialog нет, PlayStation 3 играть более-менее нормально. И вот, в общем, тем самым смогу теперь пройти эту игру полностью. Думаю, запишу пока сегодня одну серию по первой миссии там. Эта игра является своеобразным приквелом первой части. Ее очень важно пройти для всей серии, потому что здесь скрываются все события, которые, в общем-то, являются предысторией к первой части. Что-то происходило вообще на Эгиде 7, на Ишимуре. В общем-то, откуда появился этот, в общем-то, вирус, весь эта эпидемия началась. С тем же Красным Бериском связано все это. Мы знаем тем самым, что там случилось с той же Николь вообще, с невестой главного героя Айзека Кларка. Все это мы узнаем, в общем-то, в этой игре, таким образом. Так, надеюсь, у меня звуком все нормально будет слышно, мои комментарии-то. Тогда поставил более-менее на минимум. Надеюсь, в общем-то, и мои комментарии будут, и, в общем-то, и звук из игры будет более-менее нормально слышен. Сейчас, в общем-то, я все это проверю, если что. Чтобы было все, в общем-то, хорошо. Если что, могу сделать туториал, в общем-то, по этой программе, как вы настроите эмулятор Wii, в общем-то, под данную игру Dead Space Extraction, чтобы хорошо все работало. Тогда я сам, в общем-то, при помощи там одной статьи нашел в интернете, там все это разобрался, сам еще попутно тоже разобрался. Если что, могу, в общем-то, все это сделать. Если кому надо, пишите об этом в комментариях к данному видео. Могу, в общем, сделать туториал по данному эмулятору. Как его, в общем, подстроить по плане управления по данную игру Dead Space Extraction. Так, ладно. В общем, субтитры поставил, что там игра на полностью на английском. Думаю, так-то сам постараюсь сделать, в общем-то, русские субтитры под озвучку данных героев, что там говорят. Плюс ко всему, текстовые записки тоже переведу. Как пытался сделать это для Dead Space, ой, для этой Resident Evil Gun Survival. Но так как, в общем-то, данная игра была в начале, там, русикада была плохой, там, одна голосовая озвучка была, записки вообще не были переведены, Resident Evil Gun Survival. Но сейчас, в общем-то, появился русикад хороший от такой, в общем, студии любительской озвучки Team Raccoon. Думаю, многим известно фанатам Resident Evil. Они, в общем-то, занимались озвучкой таких, в общем, частей Resident Evil, как это Код Вероника, второй части, седьмой части в том числе. Чё еще там? Кого? Какой игры? Каких игр-то еще? Забыл уже. А, точно, первой части Resident Evil. Ремейка первой части. В том числе Resident Evil Zero. Озвучку делали вот так вот. И вот они как раз сделали консервовал, в общем, нормальный русификатор, многоголос озвучка, и плюс еще текстовые записки перевели. Как раз, в общем-то, такое сделал, в общем, такое, как раз, поэтому я прохождение решил перезаписать по консервовал, чтобы более хорошим переводом, качественным, чем у меня был бы, если там я тексты, в общем, если бы я тексты там записки переводил, да и озвучка там многоголосая была до этого. В общем, по первой серии там можем посмотреть, что какой там перевод, который я выложил еще 2 года назад. Так, ну, в общем, начинаем так-то проходить. Так, story mode,
Видно, вторая глава, немножко я уже попробовал, записал, проверил, как-то у меня работает все. В общем, запишем первую главу, пройдем первую главу, первую миссию. Если что, потом все это переведу, сделаю текстовый перевод. Так, два оружия у меня теперь. Угу, понятно. Так, хард, убираем хард, будем на харде проходить, на самом максимальном из всех доступных уровней сложности в данной игре. В общем, убираем хард. Так, сейчас я пока проверю, в общем, как мне видео записалось, и продолжим. Так, в общем, продолжаем. Так-то все нормально записалось. Так, сейчас в будущем-то будет сюжетный ролик важный, пока что смотрим его. А я думаю, пока помолчу. Хотя, возможно, стоит все-таки, может, даже погромче звук сделать, не знаю. На всякий случай. Sorry, Lexine, I was next to the recharging station. Are you calling about tonight? No, because then it wouldn't be a surprise. I'm mad at you, Sam Caldwell. Why? Because you somehow forgot to tell me what you're doing today. It's just a routine excavation. Routine? You're extracting a marker! My supervisor Leon's nuts with excitement. Did you know he's a unitologist? This is a big deal! Leon's always been nuts. Anyway, we don't know if it's a marker or just a big rock. That's why we're doing this, so the Boffins can study it. Sam Caldwell, if you had an imagination, you'd be dangerous. We'll see about that tonight. Ooh, I look forward to it. Gotta go, honey. I love you. I love you too. Later. Dead Space Extraction. Extraction. Вот так, в общем, начало с игры. Может, конечно, попробовать все-таки, правда, погромче сделать, проверить. Угу. Зачем хорошо бы в игре звуки были погромче. No one else is standing by. All we're waiting for is you, so don't expect me to make excuses if we're still working tonight. Так, сейчас я по-быстренькому. Может, погромче? Вот так сделаю. Думаю, так все нормально будет слышно. Так, у меня, конечно, оружие появилось, да, видно. Идем, идем. Так, бери. Все это берем, все собираем, успеваем, стараемся. Так, давай, бери. Ух ты, бери, 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 бери. Есть патрончики. Так, ага. Статистику смотрим. Сколько на здоровье, там, патронов. Давай. Whereas this beautiful place we call Aegis 7 is nothing but a ball of space rock. I mean, come on, what are the odds? Здрасте. О, вот как раз обелиск, с которого все началось, весь кошмар. На Аегиде 7 и Шимуре в том числе. Вспомните, что можно. Первая часть Ази Кларк. Какие-то мне галлюцинации, он, в общем-то, вызывал этот обелиск. Да. Вспоминай, конечно, этот кошмар. Надолго не забудешь.
If this thing gets so much as scratched, Chief Barrow will have us all scrubbing the evidence. Угу. Сейчас все сделаем. Обязательно. Вот он, обелиск. Сейчас будем очень-то его таскать. Hey, Banks, what do you need? The wind's blown out some of the track we laid. Rivet it back into place and get it tight. Понятно. Сейчас все сделаем. В лучшем виде, говорится. Снова знакомое место. Copy that. I'm right behind you, Sterling. Так, сейчас будет переключаться на этот оперативный огонь. Придется через настройки эмулятора. Ой, не туда. Давай, давай. Отлично. Egan, I'll take these two. And watch your aim. I don't want to end up on crutches like Matthews. Угу, сейчас сделаем. Так, а вот это сейчас придется, пока выключу, так. Сейчас по-быстренькому. Так, зависит, думаю, не буду выключать, чтобы... Это не так прям уж долго делается. По-другому, потому что... Есть только что другой способ, но он неэффективный, не очень эффективный, но, конечно, удобный. Довольно. Так. Сейчас должно сработать все. Угу. Ну, я думаю, не так часто буду переключаться таким образом на альтернативный огонь. Так, готово. Угу. Так, сейчас. Снова переключаемся на обычный огонь. Нет, не альтернативный. Все. Так. Сейчас будем таскать тележечку нашу. Давай. Поближе. Угу. Понятно, сейчас мы нажмем. Вспомните, в том же первом Dead Space нам приходилось обратно вытаскать этот обелиск в последней главе-то и отбиваться от некроморфов, что вообще, конечно, было довольно большой напряг был. О, началось сейчас будет. Угу. Иероглифы появляются понятные. Обелиск в чем-то начинает влиять на разумы, умы всех вокруг. Да уходим уже. Потом. Все потом. Ооо, этот как взбесился этот к этому разуму Роя. Пусть, конечно, прохождение Dead Space первого, как бы уже все знаешь заранее. Более даже, наверное, даже интереснее играть данную игру-то. Давай. Идемте. Activated. Закрываем все. Тот ему другой потом этот обелиск перетащит, наверное. Не мы уже. Так, плюс... А, пауза меню. Ну да, все это понятно. Пошли. Убить же быстро все это. И все эти собирать. Ой-ой, да блин, давай. Черт, бери. Так, ищем, да. Источник света. Сейчас включим. Так, все, пошли. Идем. Все, включил уже, идем, пошли. Так.
там ничего нет, что ли? Блин, давай. А, блин, не успел ящик. Не успел, в общем-то, ящик, блин, подобрать, зараза. Так, первая записка. Что я вообще так потом переведу и, может быть, на паузу поставить и прочитать на русском. Так, все подобрали. Жалко, что тот ящик, я его не подобрал, зараза. Давай, заходите быстрее. Пошли отсюда. Нам же отсюда убираться по-быстрому. Перезаряжаемся. Пока не буду брать другое оружие, потому что мы еще пока не получили то, чем я заранее появился. Да, идем, идем. Ой-ой-ой, тихо, не подходи, мужик. Только не... Уж пока не стрелять, конечно, но он явно неадекватный. Черт. Че будем делать? Ой-ой-ой, че... А, блин. Надо было сразу стрелять, что-то не ту кнопку нажал, перепутал. Да, явно такого не ожидали. Блин, бери. Пригодится-то. Штуковина, да. Блин, здесь надо еще подбирать эти... Успевать. Так, подобрал. Что еще подобрать? Блин, вот это, блин, подобрать. Ящик неудобно. Черт, и там, по-моему, что-то я не подобрал тоже. Хотя сейчас, может, получится. Блин, не успеваешь. Зараза. Да, блин. Да, да, ёпси, мопси. Что вы такие быстрые? Блин, черт, как-то все быстро двигаться. Не успеваешь просто. Пропускаешь многие вещи. Okay, guys, let's go. Tether 16's a few levels down. Так, 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 быстренько. Аптечку взяли. Up ahead. You guys see that? It's blocked. Looks like they had problems down here before. This is a bad idea. We shouldn't have come this way. Sam, calm down. Cut that security line. Use that rock saw you picked up. Вторая записка. Coming through. Lexi. Mm-hmm.
Да, главный герой, в общем, начинается галлюцинация уже. Так, нам куда вообще идти надо? Security. Что там еще написано было-то? Что такое? Так. Бежим, бежим. Нужно отсюда убираться. Can't you see it? It needs our help. Чего? Эйген, погоди, а куда делся та третий-то был? Че, он исчез как будто растворился, что ли? Я знаю, но ты... Че там? Ты видишь, что здесь происходит? Вот как раз резак подобрали. Так, оружие. Переключаем. Идем дальше. Нужно отсюда убираться. Из этого. Так. Так, тихо. Ну. Залезай быстрее, нужно валить с этого проклятого. Да чтоб тебе, что-то оружие ты теряешь. Черта, нет. Какого черта оружие потерял? Ух ты. Отвали от меня. Зараза. Эйген, ты в порядке? Необходимо нам сделать... Сделать с едиными, что ли? Как что ты еще говоришь, да уж? У него же глюки начались, как у тебя скоро начнутся. Блин, я Давай, заряжайся быстрее. Хотя, конечно, проще оружие, наверное, переключиться. Так, нас быстро сейчас заклюют. Сумме там патронов-то. Да что ты делаешь-то? Эйген, черт сидери. Ты меня если не остановишь. Ух, да. Отвали от меня, зараза. Да блин, ну, сейчас кусается. Лучше какое-то другое оружие. Я используюсь другим оружием. Черт, Эйген, все. Труп он. То ли он сошел с ума, правда, сам. То ли ты уже сошел с ума. Главный герой, Сэм. Ох. Так. Ничего патронов таких нету. Я, по-моему, там не находил, ничего не видел. Записка, по-моему, не находил. Черт, так у меня какой-то знак, кажется. Чего? Ох, блин. Готово. Черт, зря. Ну ты что, в порядке? Не в порядке. Хе-хе.
Так, 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 где-то что-то должно быть. Погоди, погоди. Взял патроны. Нам уже только тут убрать эти кабели, что ли? Успокойте. Так, так, так. Где-то мы должны, по-моему, стазис найти. Ага, вот он, стазис. Так, а стазис у нас, по-моему... Есть. Готово. Ну чё? Все что ли? Так, это мы... Так, удерживаем клавишу с этого кинезиса. Чтобы эту гломку решить. Довольно такую простенькую гломку. Так, и нажимаем активейтед. Все, заработало. Отлично. Уходим. Давай, давай. О, еще враги поперли. Сколько же вас там? Так, ну давай, кто следующий? Указал заведующий. Многие думают, будем отсекать в первую очередь, потом уже. Давай, беги. И голову, в общем-то, отсекаем. Ноги и голову. Так, патронов маловато. А то пока. Прям переключиться, может, переключиться на другой вид оружия. Все, готов. Кажется, готов. Так, давай, уходим. Быстрее, быстрее. Ножками шевели. Сэм, давай. Пока нас не сцапали, не покусали. Поедет, конечно, возможно, 100% просто наш главный герой сходит с ума. Показалось ему, что Иган хочет его убить, и на самом деле был нормальный, просто он сам его, кажется, пристрелил из-за галлюцинации. Он тем самым как раз об этом рассказывает, Никсин. Видимо, она, как бы сказать, он и она парень, девушка. Труди, видимо, невеста у него. Так. Ух ты, блин. Что-то тормозит, конечно, сейчас чего. Ух ты, блин. Блин, ой. Да, блин. Давай. Все, попади по нему, что ли. Бери патроны, так. Немножко что-то разговорился не о том. Ящик забыл взять. Черт, не получается. Неудобно. Так, спасибочки, что подождал немножко. Теперь пошли дальше. Смерть, так, чё? Чё он хотел? Ноль грави... В общем-то, нет гравитации, или как там, отсутствие гравитации. Блин, так, туда быстрее. Чёрт, ты пей... Взяли. Так, что-то еще есть. Еще взяли. Что-то еще пропустил, наверное, нет? Что-то он даже не хочет переключаться, видимо. Ну ладно, полетели. Так-то, помню, два ящика забрал, что не было.
Так, еще на головоломочка. Так, ну это простенько. Да, вот здесь простые выломки. А, так, здесь я не дошел. Не доделал, точнее. Отлично, заработал все. Пошли дальше. Хотя вот это заберем еще. Аудиолог какой-то, что ли? Все. Так, здесь, по-моему, больше ничего нету. Полетели. Блин, черт, не успел я что-то его поймать. С такой реакцией, конечно, надо, нужна прямо. Ну что ж, идем. Дальше. I'm on my way, baby. Don't worry. Can't seem to focus. Why'd you kill me? Ну, еще галлюцинацию уже. I'm not a monster. Еще раз ее заглючило. Ну все, кобзец с Сэма, 100%. Думаю, не доживет он. Stay out of sight, okay? Be careful. I love you. Угу. Ты... Что за... Ну да, это позже показалось. Это не настоящий был рак. Да и с теми другими, просто не думаю. Показалось ему, что они там сходили с ума. На самом деле все это лишь только был бред, в общем, бред сумасшедшего уже. На поражение его. Для галлюцинации, вызванные обелиском. Ну-ка, отпусти меня. А ну-ка, отцепись. Фух. Зараза. Еще один галлюцинация. В общем, показывает, что у меня галлюцинация уже. Думаю, предыдущее все это, чтобы сходило, тоже было галлюцинация на самом деле. А, блин. Дай. Так, давай. Стрели его в голову. Да ёпси. Так, аптечку. Черт, еще появились. О, краска, нам гости. Спасение. Как бы спасение, на самом деле. Бери птичку. Еще прут, еще. Да. Какой быстрый. Да, блин, там что-то не было, или это... Был этот к этому X, это показатель здоровья всего лишь. Ну да. Что это, мы его литершокером что ли, либо чем другим? Попали. Такой звук, как будто этот шокером, не знаю, ударили. Но мне кажется, он точно помер, все, 100%. Ну да. Умер. Ну все, на этом заканчивается, в общем, первая миссия, первая глава. Буду тогда я записывать таким образом в серии, что каждая серия будет включать в себя прохождение одной миссии. Как он, например, вот с этой вот миссии, с этой главой, точнее, прохождение одной главы будет включать. Так, вот статистика. Видим таким образом. У Марика. Best рейтинг 5 звезд.
Твой рейтинг тоже 5 звезд. Да ладно. Прошли что идеально, что ли? Да не вряд ли. Так, там, кажется, одну текстовую записку пропустили. Аудиологс один взяли. Один из одного. Оружие тоже нашли. Так, 30. Items collected. Что здесь еще там? Это у нас показатель, видимо, по оружиям. По попаданиям, что ли? 74%. 71, точнее. 100%. Так, стадис. Угу. 112% damage. Попадание, что ли? Хотя, не очень понятно. Не очень я сильно понимаю. Не очень хорошо. Не 100% знаю, конечно, английский. Так, ладно. В общем, увидимся тем самым в прохождении следующей миссии, второй миссии игры Dead Space Extraction, второй серии. Это пока что все. Если вам видео понравится, то поставьте лайк. Также не забудьте прокомментировать, если, конечно, есть что сказать. Но при этом конструктивную критику только лишь приветствую. Без матов, без оскорблений. Меня либо как автора видео, либо других, в общем-то, комментирующих, других подписчиков, зрителей моего канала. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. Увидимся в новых видео на моем канале. Хардкорное прохождение от Михаила не только. А это пока что все. Всем до скорых встреч. Удачи. И всем пока. До скорых встреч.